Добрый день, Николай Николаевич. Добрый. Добрый день. Сейчас я свет добавлю. Угу. Так. У меня два вопроса, Игнатий Тихонович. Я знаю, что записывается и выставляется, я не против. Я слушаю, говорите. Первый вопрос. Вы часто упоминаете цитату из Евангелия, не знаю, правильно сейчас я повторю или нет, «Рожденный от Бога грешить не может». Правильно я примерно сказал? Да. Вот мы часто в Библии встречаем все-таки такие события, святые, они уже и с Богом общались, как Давид, как Лот и так далее, они все-таки пали, падали в грехи, а вы говорите, что это против природы человека, рожденного от Бога. Они силы не имели, нынче другая обстановка, это новозаветный человек, рожденный свыше, а они об этом даже не думали, не мечтали. А верующие в Новом Завете, Бог дает эту силу. А в Ветхом Завете они этой силы не имели. Дух Святой еще не сошел. Я понял теперь. А в Новом Завете нет. Потому что мы перерождаемся, получаем духовное рождение, и нас туда не тянет, и мы слышать не можем даже. То есть это было до знакомства со вторым лицом Троицы. Правильно? Да. То есть не имели рождения свыше, ветхая плоть, она и заваливала его туда. Я понял. Спасибо. И второй такой вопрос. Вот у встречи у Ткачева, он рассуждает на тему, почему мужчин нету в храме. Как ваше мнение? Это действительно так? Из бабушек состоят все храмы? Потому что нет проповеди и нету. А женщины, они по разным причинам больше. Вокруг Христа было много женщин. Они более в этом вопросе жалости имеют. Это помочь, надо сказать. А мужчина, он почти всегда разговаривает с кем-то как на равных, да еще и выше надо. А тут приходит в храм, у нас он ничего не понимает. А зачем приходить? Это надо же полностью все менять. А вот где проповедует Слово Божие, там мужчин больше. А на вашей практике кто легче, с кем проще обращать, мужчин или женщин? Ну, вот процентное соотношение. Ну, как если поставлена обстановка. Вот у нас, если это поставлено, женщина под строгим контролем. Ну, почти как у мусульман. Значит, тогда нам легче разговаривать-то. Я Слово Божие говорю, жена доучится в безмолвии, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Я ей показываю место Писания, выпиши, она сидит, выписала, повешай на стенку себе, и все. А когда этого нет, он не знает, что с ней делать. Ну, вроде для смеха говорит, она говорит, я вот не могу никак, муж на меня кричит и все. А почему? Да я отвечаю ему. А ты, говорит, святой воды в рот набери и держи во рту, пока он ругается. Но на раз, за другой раз, а вода-то, потом она уже воду, а потом выпьешь ее, ты глотнешь. И он видит, а все, с кем биться-то, она молчит. И говорит, так сделалось хорошо, и теперь муж у меня, говорит, не кричит на меня. А Слово Божие, оно, видите, до сердца доходит. Ты знаешь, что тебе надо делать. Уговаривать уже не надо. Вот я если разговариваю с человеком, который Писание не знает, я должен с нуля начать. Сначала притянуть его к Слову Божию, к Библии. Вот я когда был в камере, там на нашу камеру назвали камера академиков. Один директор во главе директоров шел, а второй преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Ну вот я что-нибудь скажу, а то там бумага все терпит, другое. Ну день-два. А потом вопрос возникает, они, а что у вас там написано в книге? То есть они увидели, какие даю я ответы, и показываю конкретно, где написано. Это все уже известно, да. А вот у меня там лежал один майор, кажется, он за убийство сидел. Ну и в эту камеру перевели, там милиция одна, а их вместе с другими никак, иначе их убьют. А как вот это вот лежит, руки за голову так вот задвинет, лежит и... Ну вот если такая ситуация, как я ему отвечаю, он опять полежит. Ну здорово, вас никак не возьмешь. Я говорю, это Евангелие говорит, не возьмешь. Я знаю, как поступить в любой обстановке, какая бы она ни была.
Не вмешивайся в чужую ссору. Пса хватает за уши собаку, кто вмешивается в чужую ссору. Вот двое начинают говорить, а я вижу, один не прав, потому что эта тема мне очень хорошо известна. А если я вмешаюсь, у меня друг может и не быть, а врага явно я наживу. Поэтому знаю себе, молюсь, и все. У меня с собой лестовка, я молюсь поклонами. Вот как. Потому что знание Слова Божия меня освобождает. Работать с мужчиной, конечно, он уперчный, ну, намного труднее. А бывает, она упрется, и где-то была там у сектантов, у баптистов, она непослушная. У нас это легче говорить. Муж пошел, ну и она идет, куда иголка, туда нитка. А они нет, она такая самостоятельная, что-то там выискивает, считает, смотря в какой обстановке. Вот у православных тут легче разговаривать с женщинами даже. А у сектантов не так. Она вольная. Сегодня одна зашла, лютеранка, ее привели. Ну, а я не хожу в храм, а ходила к православным. Все о себе много думает. Там одна адвентистка пришла. А православные, которые, посмотри, какие они. У нас тут большинство женщин. А они очень послушные. Я только намекну, что-то где-то они уже втроем бегут выполнить. Так что какая обстановка, какой веры люди. И поэтому, ну, кого больше было около Христа? Женщин? Они, видите, более так сожалевают, больше плачут. И это располагает к тому, чтобы она ждала помощи. А мужчина вроде я куда? А на самом деле толкни, ничего нету. Но, тем не менее, христианство – это все-таки мужская религия, правильно я понимаю? Ну, так нету, что там и мужеская, и женская. Нет пола различия. Одинаково к причастию приходят. Нету ни Елена, ни Иудея. А в мире-то это все разделяется, конечно. Конечно, отделяется. Женщина ни одна не была избрана в апостолы. Ни одна. И за 2000 лет ни одной женщины священника нет. А у еретиков там разных, там уже давным-давно женщины... Показано, играет в футбол, а сами в черной одежде одеты, вроде священница. Откуда это взято? Мы считаем все это блажь еретическая. Я понял. Благодарю за ответ, Игорь Тихонович. Да, вот вся. Так. Вопросов больше нету, да? Нет, два вопроса. Хорошо, с Богом. Благодарю. Все, всего доброго. Аллилуйя.